Философская притча, рассказанная языком танца, музыки и света, ассоциации по мотивам маленького принца Экзюпери. Свое 46-летие задумка отметила большим представлением. Юные актеры показали лучшие хореографические и вокальные номера. И обладатель гран-при коллектив «Задумка» и в советское время был визитной карточкой Куйбышева. И теперь представляет Самару на международных и всероссийских конкурсах. Основатель и бессменный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена «Знак почета» Елена Колотовкина. На создание коллектива ее сподвиг выбор будущей профессии. Идти после школы в какой-то вуз, педагогический, может быть, математический, или в Институт культуры, и попробовать себя в роли хореографа. Вот. И для того, чтобы определиться, я решила, мне родители подсказали, создать школьный коллектив и посмотреть, так сказать, куда меня больше тянет. Ну вот так и тянет, 46 лет, вот так и тянет. Я начала просто работать в 9 классе, поэтому вот так до сих пор и тружусь. Германия, Франция, Италия, Болгария, Турция, Греция, Испания. Своим мастерством юные артисты успели покорить сердца знатоков и любителей искусства по всему миру. Около 200 концертов в год, из них порядка 20 за границей. В коллективе «Задумка» около 500 ребят и 50 талантливых педагогов, хореографов, хормейстеров, режиссеров. Среди них и ученица первого выпуска, педагог-балетмейстер Татьяна Юдина. Мое детство – это самое лучшее детство было на свете, потому что здесь дружат, здесь умеют дружить, здесь соединяют родителей с детьми, с педагогами. И действительно вот такая душевная атмосфера. Меня спрашивают, а сколько лет вы работаете в «Задумке»? Я говорю, практически всю жизнь. То есть вот 46 лет в «Задумке», 46 лет я там работаю. На постановку детских музыкальных спектаклей выделяют деньги по нацпроекту «Культура», а именно по федеральной программе «Театры детям». В ближайшее время «Задумка» представит Самару на конкурсах в Таллине и в Санкт-Петербурге. Лариса Шлафат, Елена Малютина, Константин Головин. События.